Ну вообще, типа, надо понять, вроде мы не так много времени потратили на три карты. То есть, что сделать, БО3 или БО5, например? Я думаю, лучше больше ранов, чем больше сценариев. Ну да, maybe так. Может по 5 ранов. Да, типа по 5, по 5. На 5 может тоже много будет. Не, ну типа, может сделать как бы, ну типа, ну 5 это будет меньше, чем в 2 раза больше, чем 3. Вот, что я могу сказать по этому поводу. Короче, во-первых, Трусикир правильно опять говорит, блядь, ебать, он стал мудрые вещи говорить, я в ахуе. Это, что трекинг, блядь, не было, да? И что надо на категории, наверное, разбивать. Вот это, кстати, сейчас... неплохая идея. Да, мы просто на три рандома захуярили, все три рандома кликинг, и типа, блядь, ну хуйня, получается. Да, нужно... Вот, это раз. А во-вторых, ты что, с Леди Ди в Апекс играл, Рыгзух? Кого? С Леди Ди в Апекс играл? А, еще нет, но нет? В будущем. Собираешься, да?